моим лицом. Все хорошо. Но в девочках всегда делают контент. Такой очень интересный, я считаю. Скайкарт. Тянка. И зарабатывай вместе со Скайкарт. Нормально слышно? Это обычная тянка. Обычная тянка. Но она шлюха, это видно по ее колготкам. Вырубить. Нормально. На шкафчиках послание прочитали. Надвигается буря. Я надочил. Боже мой, как можно было спалить мой тимбивер? А, боже, Вадим. Я закрываю тимбивер. Пиздец, я в шоке просто. Вадим, ты не мог сказать сюда, что ты хочешь забрать тимбивер? Я ничего не спалил, в смысле, что там спалилось? Там мой только тимбивер. Там мой. Там... Ты там мой тимбивер был. Ребят, сделайте клип, пожалуйста, моего тимбивера. Можете просто клип сделать. Сейчас, короче, смотри, типа там просто дико неровно, я вообще не могу это смотреть. Сори. Хорошо. Можешь просто... Нет, я отключу, ладно, тимбивер выключу. Можно? Да-да, делай, что хочешь. Это по классика. Эх, бутылку бы еще сюда. Шутки стримерш онлайн. Под винтом уже. Всю жизнь или World of Tanks, я буду играть в это. Если не будет выбора никакого в мире, World of Tanks или эта игра, я буду играть в эту игру всю жизнь. Че за игра? Я все пропустила. Я не то нажал, блядь! А что он сука! Сделал? А, он сломал Егис? Он Егис сломал? Ой, блядь! Блять, 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 блять! А как мне ее достать-то теперь? Сука! Это жиза-то. Алекса очень жиза. Там можно трансформировать и в центр экрана поставить вроде. Кого потише сделать, и так же тихо. Нормально. Нормально, нереально. Че это за игра, в которой вечно все флексят? Там у другого чувака, который тянка флексила. Съеси. Блять! Долбай! Еще раз. Говна поешь, гнида! Сука. Еще раз. Подождите, что-то я не понял. Мадина, меня зовут, пацаны. Подождите, 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 еще раз. Откуда эти звуки, типа? Он в Дискорде с кем-то? Да, стрим будет. Ой, стрим. Не послышалось или нет, или там кто-то был? Ты что, дебил? Походу, послышалось. Йоу, бэм! Хуяндок? Гусиха. Ну там чел чисто. О! Бак. Так, я в засаде. Отлично. Бомж, ебаный, чё опять? А сейчас вы наблюдаете именно Тора. Спасибо. Ой, я подумала, привет. Будет ли сегодня будет. Кино будет в 20:00 по московскому времени. Ради чего мы сегодня собрались? Я не хочу спешить. Таня, как у тебя дела? Отлично. Она... Камерой. К жопе. Вас загномили, чет. Вас загномили. Азазас. Шламак, спасибо за 25. Чё это? Так тут очень жесткие пацаны играют. Очень жесткие. 68 уровень, 16, 1, 10. Я готов. Нормально. Вас выгнал хозяин игры. Спасибо большое. Следующее. Вот этот парень. Вот этот парень. Привет. Вот этот парень. Вас выгнал хозяин игры. Спасибо. Дальше. Вот этот парень. Типа потому что он первого левела? Или что? За что вы кикают? Я готов.
Вас вынул хозяин игры. Бедняга, продолжаем дальше. Парень, хороший мультиплеер в этой игре, кстати. Вот я сидел на кибер... Блядь! Долбоёб, сука! Чё за парень, которому контент делает? Дайте ему адрес. Электронной почты, если что. Ой, бля. Блять, ну 5 это очень долго, господи. Ну посмотри на неё, ну посмотри. Да, блять, да какой нахуй сюда, долбоёбина тупая, блять. Да, конечно, еще наступи на вот эту хуй... Сука, не подавись там, блядь. А чё, на кота с каких пор с PUBG вышел вообще? Это Лёха? Алексей, режим. Ой, как плохо-то. Ой, я каждое утро клювик в воде полощу. Фига у Вовы подкати. Джойеры такие нехуйные, знаете? Ну так. Капец. Пожген. Ну я же птичка. О, генератор. Чинить генератор. Я умный, я чиню генератор. Я хорошо чиню генератор. О, генератор. Таня, давай. У меня, наверное, самый классный такой подарок, это... Ну, ко мне чел подошел и просто скинул деньги на новый айфон. Что? Челы. Вы где, ебать? Челбусы мои маленькие. Ну, прям вот полную сумму как бы айфона. Это 105 тысяч, я такая, что? Здорово, братик, пострижись, а тебе очень срочно нужно пострижись. Блядь! Это очень больно, бля, это очень больно. Вот этот я момент вообще не понял. Что за, блядь, половая слабость, возникающая как следствие ранней половой жизни? Половая слабость, пацаны. Я начал свою половую жизнь, дай бог памяти, лет в 16. Страстную. Рановато. Страстную, интимную половую жизнь с самим собой. И никакой слабости там вообще не было. Ни тогда, ни сейчас. Если онанизм сына или дочери зашел в такую стадию, когда родителям уже трудно самим справиться, следует обратиться к врачу, который в таком случае проведет специальное лечение. Что за лечение? Просто здравствуйте, он дрочит. Привет, дружи. Лечение от половой слабости. Байт, кстати, какой байт? Ты кто ему контент делает? Что это за чувак? Дайте мне его эмейл, пацаны. Кто Питер Паркер? Боже, боже. Сука. Питер Паркер. А что он будет, Настя? Я бы не рискнула, привет. Сиди. Ебать, смотри, что делает папка! Ослепленный! Ебать, я ослепительный! Смотри! Сука, ты еще вас урода, блядь, я профессионал! Мне потом говорят, Ваня, Ваня, кто тебя забустил? Какой же он классный, блин. Ну, блядь! Как же фартануло. Как же фартануло, парни. Подожди. Спасибо. Он оттуда сейчас приедет к нам через минуту. Я вижу будущее на 2 минуты вперед. Окей, я посмотрю сейчас. Да там этот, не смотри, куда ты поехал? Трактор ебаный. На 2 минуты вперед. Че пиздишь мне, блядь? Ты не пиздел. Ой, блядь! Ебать! А чё закрутило-то как? Тихо-тихо-тихо-тихо нахуй! Блядь, сейчас помрём молодыми! Чуи, блядь! Жми, чуи, ёбаный бабай! Это спорно, бро. Секунду-секунду, чё-то закрутило меня как-то, блядь. Это
Это у меня FPS один? Тебе сделать, Куня? Это Виджелин первый? Пошли на дискотеку 90-х, сучечки! Чего, блядь? Здравствуйте, я к творчеству Мэрилы. Такое тоже, кстати, бывает. Удачно. Привет. Бля, ты какой-то контекст несёт. Привет. Давай фотку. Качал пиздики финила. Сука, ебанатка, ты серому фотоаппарат прострелил. За что просто в кейсере, пожалуйста, полегче. Да, будут песенки следующие. Сколько? Так он с горки, потому что там с горки говно вот это, на которое трупы развозить, которое максимум 60. Ну, этот минус вилон, как бы. Аркадий просит, Аркадий просит. Что, сука, наш хлеб воруй, а ну-ка давай вылазь! Мама денег попросил! Вала, как и всегда. Привет, можно, спасибо за наличие на сегодня. Как дело? Удачи вас, можно сигнуть. Ссылка удалена. Я не знаю, он во все играет, охуенно. Я умираю! Жарь яйцо, бросай на камень. Нет, Габриэла. Я принес первое яйцо, и ты его съел, чтоб ты понимал. Так что живи, блядь, теперь за двоих, нахуй. Вы съели мое яйцо, блядь. Я принес второе. Пока мама... Чем смысл этой игры? Хуйней, блядь. Кормильцы потеряли единственного. Фак. А, да, кстати, вон диван. О, Хавиан, спасибо большое за... Он трахает мою подушку. Он трахает, блядь, ты охуел, что ли? Алло! Я сплю на ней! Он, бля... Дисбанд, стоило, блядь, на одну секунду отвернуться. Стоило только камень. Пошел, не трогай, фу! Пацан, тут минус ебал. Вот, если поворачивать на клавиатуре, то... Повернул, да, да. Охуенно. А на чем-то надо поворачивать, если на клавиатуре? Мышкой? Хорошо. Правую или левую ногу? Правую ногу на зеленой. Вот поставь ее туда, откуда ты ее убрала. Нормально, Томчанки. Неплохо там девочки-то. Ля, какие вещи делают.